Так, Рик и Морти надо добавить, очень сильный герой. Я хочу в Хардец. Так на чем? На чем бы пойти в этот Хардец? Может Никсик какой-нибудь? Никсик, по-моему, норм заходит. Хотя Никсику ебало тут рвать, скорее всего, будут. Какая-нибудь пара, если пойдет на фарм, будет неплохо очень. Если на мид пойдет, то заебись. Соло вообще не пруха, очень много красного страниц. Ну-ка. Где Лёша? По-моему, в доту заходил. Ну да, у Алексея что-то вообще пиздец. Ну-ка, что там пониже? Ну да, что-то не торт у него, ебать, красного тоже много. Ну, это паблик ебаный, блядь. Просто невозможно, блядь, играть в эту игру в паблике. Experience! Экстинель, спасибо большое за подписку, добро пожаловать на канал, я рад, что ты с нами. Чем сейчас лучше апать ММР, Альберт? Не знаю. Везением, отвечаю. Какая команда у вас будет, тем вы апаете ММР. Похуй, что там в пике. На самом деле, очень важные действия команды. Алекс Тура смотрел на нормальную урсу, жал полдня. Да. На самом деле это прискорбно, когда ты смотришь потом, что тип просто записи какие-то включал. Это не он орал. Если бы он орал, было бы эпичнее, конечно. Дедмейс, привет. С Ютуба выхлоп есть или это просто для поддержки контента? Я не занимаюсь Ютубом, занимается Когнекс. Все на его плечах и заработок вообще полностью весь на Когнексе висит. С Ларком Апл, но тоже команда была иногда ебаная. Ну, да. В этом и заключается вся сложность. Я помню вот эти игры на Сларке, там 30-0 идешь и все равно проигрываешь катку. Почему так рано начал стримы запускать? Потому что у меня в 6-7 КВ начинаются, поэтому... Самое подходящее время, которое я могу выделить для стрима, это с 12 до 5 до 6 постримить. Прошлую катку заточил? Да, прошлую на Рике выиграли. Дало чисто стулу? Да нет, мы просто решили остановиться на Стасине. Это просто обновленный Стасян и все. Господи, Иисусе, золотой груз выпал. Поздравляю. Кстати, блядь, он мне, по-моему, падал несколько трансляций назад. Я помню, его распылил точно. Когда я пакеты открывал. Ты что, в киберспорт метишь? Я уже полтора месяца, ребят, как создал команду. Солз рядом спорил, что до августа поднимет 9к. Не, я слышал за 8к, за 9 не слышал. 8к было точно. Так ты вейп снова забросил? Ну, да. Сколько стримить будешь? Ну, я же только что говорил, ребят, до 5 до 6 я стримлю, потом уже надо будет КВ играть. Так, а мне еще надо успеть похавать, потому что я когда просыпаюсь, я не могу есть вообще. Поэтому я раздуплился немножко, запустил трансляцию, потом как выключу, покушаю, там искупаться надо и ехать можно. Катули делать с командой. Сделали систему, как в Overwatch, где рейтинг каждые 3 месяца обнуляется круто. Ну да, этого не хватает реально. Give me one word, please. Thanks. Что все рубиков пикают. Странно это все. Очень странно. Так, возьмем Пурман, короче, потом, не знаю, манго можно будет донести себе, хотя манго смысл потом уже нести, если в начальный закуп они не входят, это уже плохо. Ладно, пойдем.
Зря на жишку кидал, лучше похавай тогда купи. Хорошо, Хачина, я понял тебя. Батлка будешь стримить? Я не знаю, будем их играть вообще или нет. Но если будем играть, то я думаю запущу. Батлка можно по фанечку покатать. Надо как-то выйти отсюда, чтобы он меня не видел. Чтобы он не знал, поставил я вард или нет. Зачем он здесь бегает вообще? Все, эта шкура убежала на сердце. Мистер Жук с догоном будет? Не знаю, посмотрим. Вообще, если нас будут пушить очень быстро, надо будет аганимчик, наверное, покупать. Так, деда выпускать надо. Надо выпускать деда. Зажимай, молодых. Твиксик. Сука. Ну, вроде успеет он слиться. Хотя мало рейнджа. Слишком мало. Я прям не знаю, что здесь качать. Стики, наверное, надо будет какие-то покупать. Блядь, ну сальница откуда здесь? Ебись нахуй. Ну давай драться. А, ты с глейвами? Я пошутил. Да-да-да, пораспушивайте линию, ребята. У вас два рейнджа там уже собралось. Если что, а Альберта эту хуйню все видит. Альберта эту всю хуйню видит и чекает. Иди нахуй отсюда, шкурятина. Шкурвинос. Я пошел. Много хп нельзя терять. Линия-то распушилась. Распушилась, родимая. Тут еще надо тангуля схавать. Мало регенчиков. Бля, что за лаги? Алло. До стиков надо дожить как-то. Потом что-то мне это не нравится. Он слишком много колдует. Блядь, сколько экспа мне сейчас сюда идет? Это третий левел, гарантированно. Задинает, мразь. Окей. Как я его не добил? ХЗ. Там пулинги начались, я смотрю. Пулинги. Ну это икс павнич тоже. Я пошел сюда, тоже приду. Ну там дабл. Хорошо. Вул. Окей. Сука. Надо было отменять еще раз. Бля, без стана не вариант сюда подходить. Они меня возьмут. Бля, братик, пощади. Понял тебя. А тут кентавр, блядь. Вы его ждали? Не ждали, да? Что за лаги, алло? Не стреляй в меня. Блять, ну это не серьезно. У меня потерь хоть кадров нету, это у меня интернет или это дота, блять. А, это у всех, да, я понял. Я пошутил. Я пошутил, блять, надо было пулить. Иди нахуй, саленцы. Ну ладно. Да, ну без дабл эйджа он его не возьмет же. Смысла в этом мало. О, Лакс на базу не побежал. И сюда, родимый. Такой фит, ебать. Бля, кентавр, иди нахуй за тобой пошел. Ты ебаная пизда.
Это не стоило того вообще. Нам тут надо регенчики покупать и еще манго, наверное, брать, я не знаю. Чтобы регениться как-то стоять, иначе у нас все плохо будет. Я без регена уже не вывожу против тайпа. Надо левелапать 6-й, как-то тапки брать, блядь, что-то делать на карте, попробую. Два килыча сделать, там на арканы какие-то накалидовать. Что-то даггерами она больше не разбрасывается. Кидай даггер. Заряжай меня. Дю-дю-дю-дю. Подержим, подержим, пожалуй, это дело тут. Хочу я подвышку. Окей, па, окей. Все-таки, блядь, распушила тварь. Хуй тебе, блядь. На переносицу. Дайте добежать до деда. Сука. Так, тапки у нас уже есть, это меня радует. Какие-то варкаши сейчас выйти, и все будет нормально. Там от пули лишь? Алло? Ратуйте. Ладно, я пошел, все, успокойтесь, успокойтесь, молодые люди, успокойтесь. На свидули, нахуй. Блять, ну ебаные лаги, как это заебало, хуета. Бля, кентусер, мы никого здесь не берем. Я понимаю, что очень бешеный, блядь, залетел сюда, но мне лучше вендетку взять. Пиздец, это что за хуйня? Как же моросит эта хуета? Лул. Мне надо сайленсера найти какого-то, который по-любому сейчас сюда будет бежать. Нет? Бля, никто не бежит, алло. Ну ладно, пойдем Макса, может быть, попробуем найти. Только не пались первый. Ну ты, он, блядь, убежит же отсюда, если он тут вообще едет. Фрейм ПВНЗ, спасибо большое за подписку, парень. Добро пожаловать на канал, я рад, что ты с нами. Experience! Thousand Faces, спасибо большое за ресап в 4 месяца, господи Иисуси! Спасибо. Для нас там пока нету. Тут вообще есть люди? Нету, да? Окей. Ебаные лаги, как же это бесит, хуета! Аркаши есть у Рубена, это хорошо. Мне бы свои аркаши завести. Я не попал. Сори. Это пизда. Я еще тут погибну тоже. Нет, карапащей! Сука. Я думал, мы его убьем и застанет. Я хотел застанет типа клинкса, когда добьем. Что-то я, блядь, затроил. На самом деле, надо было сразу никса копать, и чтобы им повыжил бы.
Бля, ебать вы фидите этому клинцу, алло. Я с вами еще фиданул. Здорово, плюшка. Бля, ну если я в него не попаду, это будет ГБЛ вообще. Да мы его здесь не убьем, но мы его и так не убьем, потому что мясов и лагера будет походу. Алик, братик, здравствуй. Здравствуйте. Только что пришел, и обожаю блядский. Альберт стримит. Удачного тебе стрима. Птичье твое здоровье. Спасибо за наилучший предоставленный контент. Спасибо большое, Тартхаус, за поддержку. Спасибо за слова. Гомана, Гомана, Кент. Спасибо большое. Клинксон побежал, да? Окей, я пошел отсюда. Хотя он сейчас сюда прибежит, наверное, и мы его такие джах. С кентувром здесь. Блять, или он не сюда побежал? Странная, короче, хуйня какая-то. Я ухожу. Надо ману нарегенить, как раз вендетка откатится, можно будет где-то опять выйти. Не знаю, стоит ли урну брать, наверное, стоит. У нас ни у кого нет ее. Бать, как же он обливает нашего джаггера. Да, он вылезет еще или нет? Изейший. Изейший! Вафлунтий. Дайте пофармлю. Если урну сделаю, будет заебись. Угу. Не пофармим здесь уже. Ладно, маску Соби возьмем тогда. Или как она там, Сейдж Маска сейчас называется. Там Игорь анимешные смайлы добавил. Игорь мажется тогда. Бля, да заебали эти лаги, сириусли. Можем его ебануть? Не можем, походу. Бля, он сейчас будет очень много крутиться. Это что за... Что это за дичь здесь бегает, я не понял. Да, он сейчас на Рубика еще, наверное, вылезет. Или нет? Нет, походу не вылезет. Experience! Эстарео, спасибо большое и тебе за подписку, новый субскрайбер. Спасибо. Добро пожаловать на канал. Дай бог здоровья. Питлордик! Питлордик! Алло! Песик! Не хочет выходить, ну ладно. Вендетку всю проебали. Т-тайминг с лагами нахуй. Он будет крутиться сегодня, нет? Нет, не будет, походу. Ну куда ты? Куда ты его увел, брат? Бедный Джигурт! Рабашка! По-братски. По-братски! Ну, сука, минус два, минус два. Я заебался. Пиздец. Гайз, помогите. Раньше Twitch на источнике показывал без единого лага. Вот неделю назад появились лаги с интернетом. Все хорошо? Что это? Это от Twitch'а зависит во многом. Очень много таких моментов у Twitch'ей бывает. Когда неудачный бот зрителю попадается, и все. Все идет по пизде.
Бля, ну что здесь делать? Я не знаю. Сайленсера мы вроде как должны будем брать. Но там слишком мало маны, блядь, для того, чтобы его взять. Была бы урна, я бы его точно бы взял. А так вот, что-то у меня есть некие сомнения. Без маны вообще пиздец, useless. Так я его точно не возьму. Ладно, просто фармим тогда. Не знаю, стоит ли это брать даггер или сразу аганим делать, потому что... Или в пизду этот аганим, мы будем делать догон. Почему нет? Мы можем себе это позволить. Нельзя себя отказывать в бз делать, если организм требует. Там у Акса даггер, наверное, да? Что-то я чувствую, неладно пахнет. Надо типи брать. Сижу и думаю, почему бы и нет. Артхаус, спасибо большое. Так как, каким тебе ником-то называть? Тем, которым ты подписался, или тем, которым донатишь? Это очень важный момент. И у нас есть еще Skygilok. Спасибо большое тебе за подписку, парень. Это субскрайбер. А Артхаус, спасибо большое за поддержку. Да. Приветствую, повелитель. Вот тебе моя скромная дань с первой зарплаты. Пожалуйста. Надеюсь, картишки подъедут. А то телефон проебал, а там пароль требует спроги. Написал Сапон. Уже неделю молчат. Не могу поиграть сам. Хоть на топчелик in the world гляну. Удачного стримчанского. Мягкий знак, твердый знак, мягкий знак, твердый знак, мягкий знак, твердый Альберту Че. Спасибо, Каспит. Да, карты будут попозже. Позже все будет. Блять, я бы сделал быстро телепорт, была бы у нас вышка. Спасибо за поддержку. Бля, бедный мипарь. На мипаря пикнуть против питлорда — это неразумное решение. Вот это фидук. Ебать. Лу? Я думал, что я станом попаду, я не нажал ни карапаз, блядь, ни вендетту. Короче, пизду, ебать. Что это за фит вообще сейчас был только что? Кентавр жесткий, конечно, ебать. Он до него даже не доставал, ебать, и почему он в его сторону решил прыгнуть и попробовать его убить? Это ж пиздец, нелогично. У тебя 5 хп. Ладно, тут походу в сосич очередной. Донатиком, который называл. Все, понял, хорошо. Окей. Ахмо ищет КВ на 17, 18, 19, 20 сет. Блядь, с кем Ахмо играет сейчас? Я даже не знаю, предложить, не предложить. Конечно, конечно. Алло, тихо. Одну секунду! Чё вы меня видите, алло? Так нечестно. Что это за рейвич, ёбаный рот? Я карапаси не могу даже нажать, что со мной, алло? Д, блядь, Д! Д, долбоёб! Нажми, пожалуйста, кнопку. Скоро картишки, да, с учетом того, что... Забейте, короче. Я что-то вообще размазанный какой-то на стриме играю. Разучился стримить доту. Хотя все время так играл, по-моему, что я жалуюсь. Всегда так хуёво было на стриме.
Глифа нет. Вангвард. Как мы это пробивать будем? Сайленсер дает глобал. На одного мипаря. Зачем? Зачем? Я не хочу проигрывать, пожалуйста. Бля, может, ну его нахуй от догон собрать аганим, чтобы они к нам на хг не зашли. Я, наверное, в аганим пойду, да. Подними же его! Ты же должен был поднимать его, парень. Парень, ты должен был его поднимать. Сайленсер ваш, ребята. Меня интересует этот молодой человек, который в инвиз, да, убежит сейчас, сука. Ладно. Давайте просто так еще побегаем. На урубиках, кстати, поднять не было, там телекинеза не было. К сожалению. Там вот, ребята, я руны сейчас спизжу. Спизжу! Аркейнчик. Две ебаных ублюдских тычки. 1000, блять, мать его, за ногу дэмэджа. Он под ДД, что ли, или что это было? А, да, там дабл дэмэдж. Просто с двух ебаных тычек я уехал. Интересная игра, спасибо. Ай, блять. Ай! Но челик на мипу просто конченый долбоёб, прям сказочный нахуй. Как можно было пикнуть этого ебаного мипа против аксов, питлордов, блять. Ба, которая БКБ купила. Я хз. Хоть у него и есть фарм, но этого фарма недостаточно. По-моему. Нахуй ты танка продать, блядь. Блейдмейл. У аксика. Минус того роля. Сакс прыгнет и меня загрит, хотя там КД блинка еще 5 секунд. Мы такие оп-оп-оп и уходим отсюда. Сейчас Никс опять вылезет и меня ёбнет, блядь. Я прям подозреваю. Есть такое мнение. Не, ну кумбэкич можем, конечно, попробовать сделать, если будет аганим, но нам пиздец как аккуратно надо для этого играть. Сейчас ставить вижен, деф какой-то. По-другому все плохо. Пошанчик. Да, че я на клинса дали? Дали бы на па. Клинкса так не умирает, потому что мы в паблике и вижен никто не покупает. Поиграй в Magic Duels, напряги мозги, доступно в стиме free to play. Что это за игра? Давайте глянем. На это надо после игры чекнуть, чтобы я не отвлекался сейчас, потому что мы еще вроде не въебали до конца. Попробовать. Можно на хг поебашиться. Magic Duels надо только написать где-то, чтобы я не проебал, когда альтабнусь. Я прям здесь в гугле напишу Magic Duels. Но на хг у нас есть шансы еще, хоть какие-то, на товарах нету, тем более с Аегиса. Тангем. Эфеф! Эфеф! Рубен ничему не научился, да? Сколько раз его ёбнули уже? 10. Минус джигурт. Нам бы мипа. А, он АФК встал. Ты на мид ходишь, сука, чтобы пикнуть мипа и встать АФК, ёбаный ты выблюдок, блять. Дайте жить! Жить! Я! Ну как можно играть? Ну до свидания, блять, ВЛП тебе, тварь. Ты кусок ебаной вареной щеки квашеного орла. Ебаная простывшая мокрая красивая мышь из-под церкви в грязи, блять.
Снесите нас, пожалуйста, молодые люди. Там Аегис еще, я бы за ним пошел бы, конечно, там Аегис еще и гем. Уебите Акса нахуй, кто-нибудь! Виндудик! Шевелишься, да, шевелишься? На Никсике шевелится, хорошо. Скажи, какая у тебя мышка? Сенсей Руберайзит. А, Егиста выбили.